В городе Нур-Султан состоялась церемония награждения лучших игроков и тренеров в пляжном и женском футболе, в футзале, в первой, второй премьер-лигах сезона 2019. Лучшим тренером премьер-лиги признан главный тренер футбольного клуба «Кайсар» Стойчо Младенов. Предлагаем вам вспомнить самые яркие страницы этого сезона. Стойчо Младенов ведет клуб вот уже третий год и ежегодно выполняет поставленную задачу. Кайсар в этом сезоне провел 33 игры. 12 из них завершились победой, 6 сыграны в ничью, 15 проиграны. В итоге с 42 очками Кайсар занял шестую строчку в турнирной таблице. В историю клуба этот год войдет особой строкой. Через 20 лет степные волки вновь привезли Кубок Казахстана в Кызылорду.